К другим темам. Тем, что в Омске опасно ходить по улицам, уже никого не удивишь. Нависающие с крыш сосульки, снежные шапки давно горожан не пугают. Привыкли. Но все чаще на головы людям падают куски штукатурки и даже части балконов. Жалобы в управляющей компании остаются без ответа. Как заставить коммунальщиков выполнять свою работу и кто за это должен платить? Разбирался Александр Руяткин. Вот таких трехэтажных домов на улице Богдана Хмельницкого 4. Все они 50-х годов постройки. Капитального ремонта фасадов или балконов здесь не делали ни разу. Крышу, правда, в том году отремонтировали, но в последнее время люди боятся выходить из собственного дома. Ведь в любой момент на голову им может свалиться вот такой элемент декора. Обрушение произошло ночью, но люди говорят, что такие сюрпризы их поджидают почти ежедневно. Вот такой кусок весом килограммов в 50 упал прямо на тротуар. Чуть не задел проходящих по нему людей. С каждой стороны здания по 6 балконов, и все небезопасны. Хожу по дороге, стараюсь не ходить под крышей, потому что опасно. Мы сами боимся ходить, что со стороны двора, что здесь. Потому что идешь, вот то с крыши сыплется, вот туда вот падает все, то с балконов. Везде куски, и со двора также, и такие же балконы. Тоже так же все отваливаются. Во-первых, и естественно страшно. Вот он идет, ладно, там он где-то в стороне прошел. А если ребенок, он бежит, он же не смотрит, там как, опасно, не опасно. А если на ребенка бы упало вот это вот, убило бы ведь. Представители управляющей компании на этот раз отреагировали на происшествие быстро. С утра на месте уже работала бригада. Место падения огородили, сам обломок измерили, но вывозить не стали. Нужно заказывать трактор. Сходу предложили несколько вариантов решения проблемы. Как вариант, демонтировать. Они, потому что очень тяжелые, старого бетона, прочные очень. Демонтировать и что-то более легкое, тоже такое же декоративное сделать. Либо как-то укреплять, то есть металлическими конструкциями как-то... хомутами крепить. На это вот когда работу вы собираетесь начать? В ближайшее время, в ближайшие дни. Управляющие компании говорят, все работы за счет собственников, но средств у людей нет. Дом небольшой, чтобы собрать необходимую сумму, около 150 тысяч рублей, копить придется несколько лет. В госжилинспекции подчеркивают, это не повод для коммунальной организации бездействовать. По каждому выявленным каким-то ослаблением конструкции управляющая компания должна своевременно принимать все меры для недопущения обрушения их и развития дальнейших деформаций. В противном случае управляющую компанию ждет солидный штраф в 250 тысяч рублей, либо исключение дома из списка обслуживаемых объектов. Александр Руяткин, Алексей Попов, Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.